Ребят, как у нас, ты встретишь нечасто. Здесь каждая звезда, и каждый здесь классный. С такими ребятами круто дружить. Хочу я их снова сюда пригласить. С церкви и студенческой жизни групп L11 и KM21. Встречаем! Девочки, выйдите, пожалуйста. Я дарю с вами. Я дарю, Саша. Я дарю. Я с ними делаю, а я люблю. Мальчики, вы скоро? Дверь закрой, выйди отсюда. Я не могу. Девочки, заходите. Надя, сразу бы хотелось обратиться к тебе. Мы думаем, что ты скоро поправишься, поэтому извини. А сейчас Дима зачитает вам свою поэму. Давай, не можем. Наша Яна просто супер. По-моему, даже супер-пупер. Ну и наша Саша хороша. Важна не внешность, а душа. Еще у нас есть Вика шикарная. Она, в принципе, тоже нормальная. Напитки в бокалы уже разлиты. Наши сердца для вас всегда. Так вот, все с тех пор ничего не изменилось. Но сейчас не об этом. Ни для кого не секрет, чтобы достойно воспитать молодежь, необходима огромная выдержка. Никто не достигает такого уровня самообладания, как учитель-женщина. Так вот, представьте, внутренний голос учительницы, который только что довели до ручки. Паразиты. Какие же вы паразиты? А ты вообще идиота кусок. Ну все, вы хотели войны, вы ее получили. Значит так, к завтрашнему дню учите мне следующие параграфы. А теперь называй параграфы максимально медленно и тихо, чтобы у них вообще в голову взорвались. Первый, второй, так, на задней парте. А теперь шутка, которую можно ловить год. Я вообще-то не учу жвачных животных. Ха! Ладно, продолжаем урок. Кто расскажет домашнее задание? Кто из них тебя больше всего бесит? Иванова. Кого я дух зеленый? Ну, куплю себе помаду и румяну. Ладно, хватит, садись, 4 с минусом. Данила, давай-ка мы тебя послушаем. Ну там, дух золотой, цепь намотанная. Чудесный, чудесный. Ладно, хватит, завтра расскажешь. Мария Ивановна, можешь вас зовут мальчик погребчик? Владислав Николаевич. Забери всех, как они вас колебали уже. Учите? Да. А экзамена послезавтра не будет. Серьезно? Потому что преподаватели... Да!